Это что-то. Ну вот, теперь отправить и... Пит, как дела, сынок? Робби, привет! Прости за внезапный звонок, но хотел сказать, что выслал тебе фото на одобрение. Какая прелесть. Мы его непременно опубликуем. Мне пора на совещание, но если у тебя будут еще снимки сердца Нью-Йорка, присылай. Рад был тебя слышать. Взаимно, Робби. Спасибо. Кто завернул к нам на огонек? Привет! Про тебя хотел сказать самое! Ничего, если я присоединюсь! Сейчас будет больно! Так, покажи им, Человек-паук! Ай! Оба свело! Блин! Ладно, вроде все проходит. На тебя все равно завалим! Надо как-нибудь сделать гастрольный тур. Ну что ж, наконец-то будет повод собрать паукомобиль. Наблюдать за тобой — это что-то. От твоих винтов аж колени заныли. В костюме полным-полно песка. Надо бы переодеться. Нет, спасибо. Он чуть не сбил человека. Надо что-то сделать. Это Человек-паук. Гони!
Вы вроде проехали на красный! Очко в нашу пользу. Ограбление грузовика. Обычный вторник. Опять опаздывает. Если вам нужны купюры по 2 бакса, вам в банк на 101-й! Это было слишком просто. В другой раз хоть план составьте. Похоже на кристалл памяти Марко, о котором говорил Майлз. Надо взглянуть. Так и думал, что мы встретимся. И в перчатках! Кошмар какой-то! Пора заглянуть в этот кристалл. Кто-то следит за нами, Кимми. Но ты не волнуйся. Предоставь это мне. Марко считал, что за ним следят. А кто такая Кимми?
Эту сделку мне придется сорвать. Эй, это ты вломился в мою драку или я в твою? Вы вломили бандитам. Ну тебе крышка. Мне надо бежать, но спасибо за помощь. Ладно, но в следующий раз пицца с меня. Кто так ведет себя на дороге? Жми на газ, там человек-паук! В Нью-Йорке есть гоночная трасса? Ты это, паук! Разбираться с этим оставлю властям.
Привет, МДжей. Привет, еду к тебе скинуть кое-какие вещи. Задняя дверь открыта? Не знаю. Я сегодня уходил в спешке. Встретимся на месте. Ладно, вы с Майлзом нормально добрались? Да. Вот так первый день. Надеюсь, завтра будет поспокойнее. Я не сомневаюсь. Ну, до скорого. Что может быть хуже увольнения? Говорить своей девушке, что тебя уволили. Традиционный вариант у нас лучше всего. Но это не значит, что мы не готовы к периодическим экспериментам. Вступайте в программу лояльности и сможете заказывать новые вкусы. Например, вкус месяца – банановый хлеб. Прекрасно. Хороший снимок вышел. Выложу в сеть. Как ты, как? Честно сказать, впервые я туда зашел, потому что меня привлекло разнообразие новинок. Но возвращался я всегда за традиционным вкусом. Порой классика — это не пустое слово. Эти подонки напали на людей! Скорее! У тебя кто-то сопротивлялся? Бывал. Да ладно! Вы ведь знали, что рано или поздно я приду! А теперь в полицию. Где пробки? Дороги замело песком. Ты приноровилась на нем гонять. Ну, для города удобно, но не уверена, что это мое. Я уверен. Что такое? Меня уволили. О, нет. Ты был так рад этой работе. Ну да. Я уже весь семестр расписал. На следующей неделе мы бы запитали вертолет от картошки. Сочувствую. Я, может, тоже скоро стану безработной. Джона проводит зачистку? Вроде того. Он вводит радикальную меритократию. Что это хоть значит? Значит, что тот, кто в ближайшую неделю не напишет передовицу, уволен. Ну и? Все в порядке, ты же их лучший репортер. Что там? Непроданные экземпляры.
уже некуда их складывать. Хорошие же отзывы. А продано 14 книг. Никто не хочет читать про Симкарию. Бьюгл — крупнейшее издание в городе. Там я могу что-то сделать. Но что мне делать, если меня уволят? Ты и без Бьюгла можешь отлично справиться. Я пробовала действовать сама и... 14 книг. Мне нужен рупор, чтобы изменить мир. Я не успел прибраться. В дальнюю комнату? Да. Я немного наведу порядок. Мэй заложила дом, чтобы пир был на плаву, и теперь я тону. Боже, я так хотел в нее поиграть. Надо просто найти время. Вариант с обучением не прокатил. Какие еще идеи? Не знаю. Если честно, я бы хотел взять перерыв, но не могу себе это позволить. Ну, а может, дом продать? Я не могу. То есть, я мог бы, но не могу. Если нужно время, могу один платеж покрыть. Нет, нет, даже не думай. И потом, Джона может вас всех выгнать. Я не дам ему меня уволить. Я знаю, как тебе дорог этот дом. Выкрутимся. Я тебя не заслужил. Слушай, так ты не надумала переехать ко мне? Мы это обсуждали. Мне надо быть в городе, ближе к месту событий. Но сколько романтических ужинов у нас могло бы быть? Давно ли ты последний раз ужинал дома? И то верно. А это что? Это все вещи мои? Да, надо бы это отдать, но пока не могу. На что ты смотришь? Твои старые фотки симпатичные. О, давно я их не видел. Ха, кажется, это было в моей спальне. Зачем она вообще это сняла? Баланс? Что это значит? Интересно, она еще там? Надо сходить глянуть. Если что найдешь, скажи. А я пока переберу фотки, которые ты мне никогда не показывал. О, какая прелесть. Где же эта дыра? Казалось, там была крыса в стене. Пит, что случилось? Ничего. Я просто...
В твои годы я была главой клуба дебатов, футбольным капитаном и второй скрипкой в оркестре. Каждый год я жаждала чего-то нового. Но когда я решила записаться в отличники, расклеилась. Я хотела успеть везде, но не успевала нигде. И я сдала назад. Баланс — это путь, не конечная цель. Я до сих пор в пути. Давай. Ну, давай. Может, Мэй была права. Я слишком много на себя беру. Нужно поберечь силы. Как там МДжей? О, Мэй! Вот это очки! Дядя Бен! Хорошо смотришься? Здесь не помешали бы свечи. В ваннах же ставят свечи, да? Пришла наводка. Завтра с плота в Рейвенкрофт перевезут двух заключенных. Сказали кого? Нет, но я это выясню. МДжей! Полегче. Врачи сказали, меня пока нельзя тискать. Извини. Гарри! Я тоже. Мне сказали про Мэй. Я соболезную. И как там Европа? Извините. Меня лечили в изоляции здесь, в городе. Не хотел, чтобы вы волновались. Ты болеешь тем же, чем мама? Болел. Прежде. Вроде у меня ремиссия. Гарри, это... Просто не верится, выглядишь здорово. И чувствую себя так же. О, жаль, пора на работу. Ужинаем завтра. Кони Айленд? Все как раньше? Решено. Вот это внезапно. Она научилась на них ездить, пока мы были в Синкаре. Извини, что я заявился без спросу. Нет, ну что ты, зайдешь в гости? Вообще-то, я хотел предложить тебе со мной прокатиться. Ладно. Не верится, что скромный летун еще на ходу. Я подумал, можно тряхнуть стариной. О! Это мой старый велик? Не, я в интернете нашел. Но похоже, скажи. О, да! Даже наклейки все те же самые. Это точно не мой велик. Готов? Ага. Куда едем? Увидишь. Давай, догоняй! Ты точно этого хочешь? О, да, я в порядке. Трость для подстраховки. На самом деле, она мне не нужна. У тебя энергии даже больше, чем у меня. Ну, давай, рассказывай. Чем ты занимаешься? Да так, учитель на замену, но скоро уволят. Еще занимаюсь с одним старшеклассником. Он особенный. Везет парню. Я бы не сдал без тебя высшую математику.
О, я читал про твоего бывшего босса, доктор Октавиус. С ума сойти, конечно. Да, не то слово. Жаль, тебя не было рядом. Гарри, почему ты не сказал мне, что болен? Я бы тотчас примчался. Тебе бы не понравилось это зрелище. Лечение было чудовищным. Я 3 года плавал в баке с исцеляющим раствором. Были такие кошмары. В баке? Ого. Да, эксперимент. Ничего себе. Мне очень жаль, Гарри. Стой! Мы же у Мидтаунской школы. Нам правда туда? Не подтверждаю, но и не отрицаю. Выглядит точно так же, как и 10 лет назад. Спасибо. Пойдем. Зачем мы приехали? Мы же ненавидели школу. Помнишь, Флэш с дружками подловили меня и разбили мой ноут? Там была презентация? Для конкурса юных предпринимателей. Мы над ней столько пыхтели. И срок был следующее утро. У меня сохранилась копия. Но она была в шкафчике. Мы позвонили в школу, умоляли нас впустить. Но нам отказали. Уже поздний час. Мы были в отчаянии, ходили вокруг всего здания, дергали все двери. Пока не пришли к этой. Стоп, что ты? Я помню, ее пришлось поддеть. Идем? Никого нет. Вперед. А флешка точно в твоем шкафчике? Вроде да. Что? Ты говорил, что уверен? Да уверен. Уверен. Зачем ты спрашиваешь? Не знаю. Я нервничаю. Не переживай. Там она. Следующим бьет перспективный новичок. 12-й номер. Постой. Эрик Моначелли. Это Рик, третья база. Что он тут делает так поздно? Следит за игрой. Покажи, на что ты способен, сынок, и тебя вечно будут носить на руках. Побежали, проскочим. Нет, стой, увидит. Сделав дабл. У этого парня настоящий талант. Мы с вами еще не раз это услышим. Фанаты ждут от своей команды успехов в этом решении. Прицелься в что-то громкое. А игроки готовы оправдать ведро? Их ожидания. Не, будет грязь. Ха-ха! Они отлично сыграли от обороны, и теперь мы возвращаемся Флэш, на базу. Сейчас тебе достанется. Да. Отлично. Идем. Это же преступление. Я теперь преступник? Слушай, забыл сказать. Я показал нашу презентацию маме. Она сказала, все супер. Единственное, что ей не понравилось, название. Она предлагает «Исцели мир». Боже, это же идеально! Скажи. Поднимемся по лестнице, там сразу твой шкафчик, да? Прячься! Он нас видел? Вроде бы нет. Разделимся, встретимся в зале. Эй, кто это? Мы попали, караул! Ну, выходи, гаденыш! Кто-то решил меня разыграть, а? Мне срочно надо перезарядить эжекторы. Стоп. В фотолаборатории остался запас жидкости. Никак не привыкну. Надо еще поработать над расходом жидкости. Точно где-то то. Из библиотеки в лабораторию, из нее в зал, из него к шкафчику и все.
Путь свободен. Вперед. Что это? Черт! Эй! И почему я не сохранил проект в облако? Это точно пацан. Нет никакого мидтаунского призрака. Вентиляция. Лучший... О, надо заправить эжекторы паутины. Так, где я оставил паутинную жидкость? Признаю, и у меня есть свои кумиры. Ради этого кадра мы с Гарри лезли по ветхой ржавой пожарной лестнице. Я не жалею. Потом я встретил МДжей. Не смог решить между «здравствуй» и «привет», в итоге сказал «здривет». Я же помню, я положил их куда-то сюда. Надо придумать, как увеличить емкость этих штук, чтобы без сюрпризов. Так, Гарри ждет меня в зале. Так, зал находится за вентилятором. Надо как-то пролезть. Старый рюкзак. Я и забыл, что он тут. Надо как-то за ними следить. Его не уйти. Надо как-то его отвлечь, чтобы выбраться. Пора выбираться. Стой на месте, пацан. Хватит уже бегать. Гарри, наверное, уже в спортзале. Надо спешить. База. Надо отвлечь его от двери. Прости меня за бардак, Рик. Ага. Теперь ты не скажешь, что у нас нет никакого призрака. Это не призрак. Просто паучок. Чел, я думал, ты влип. Надо забрать флешку и на выход. Срежем через зал. Это было нечто. Я все помню. Тут вроде все так же. Только за нами больше не гонятся. Значит, есть время покидать мяч. У тебя хватит сил?
А у тебя-то хватит? Ну давай, покажи, класс. Давно не было практики. Давай ты. Класс! Я очень рад, что тебе стало лучше. Серьезно. Спасибо. Слушай, я ведь не посмотрел, как сейчас в доме Мэй. Да пока никак. Я был занят и не знаю. Не хочется ничего менять. Понимаю. Тебе, наверное, было тяжко. Не спеши. Ладно, попробуем. МДЖ переедет к тебе и поможет с домом. Не уверен. Не станет помогать? Не уверен, что мы съедемся. О. Ну? Вроде у вас не все хорошо. Она была у тебя. Мы разберемся. Со временем. Как всегда. Красота! Какой счет? Я не следил. Я тоже. Спасибо, что вытащил меня. Я правда рад. И я. Ну, это не все. Узнаю этот взгляд. Что ты задумал? Ты помнишь, где твой бывший шкафчик? Как думаешь, где этот охранник? Надеюсь, в восточном крыле. Тогда забираем флешку из твоего шкафчика и валим. Мы заставим Флэша ответить за твой ноут. Да забей. Нельзя, чтобы ему это сошло с рук. Он капитан футбольной команды, а я в хоре на подпевках. Ему все сойдет с рук. Лучшая месть — победа в завтрашнем соревновании. Наконец-то. Скорее, лезь сюда. Надо заманить его назад в лифт. А, я этот этаж уже 3 раза проверял. Только вы из ветра. Там кто-то есть? Что происходит? Его нет. Фу, вот нам повезло. О, да. Давай, бери флешку, погнали. Что это? А когда ты... Давай. Бери. Вот черт. Кто здесь? Эффектно. Его ты тоже подговорил? Нет. Бежим. Эй! Чувак, нас же арестуют. Пусть сначала догонит. Вот такой ностальгии мне не надо. Флешка еще у тебя? Надо только добраться до двери, и все. Открывайте, полиция! Я вызвал копов, вы доигрались! Беги! Но... Задержи их на минутку. У меня есть идея. А мне что делать? А... Не попадись им. Стоп, я опять забыл. Нет! Заходим, полиция! Здрасте. Это вы нас вызвали? Да, они где-то здесь. Так, вы двое осмотритесь, а мы поговорим с ним. Теперь надо застать его одного, чтобы забрать флешку. Они где-то здесь! Мои парни ищут, но нужны ваши показания. Рассказывайте. Ну, Рик, третья база, то есть школьный уборщик, что-то услышал, но
Знаете, он у нас вообще со странностями. Со странностями? Что вы имеете в виду? Ну, у него мысли всякие бывают. Сейчас вот вбил себе в голову, что в школе завелся призрак. Но это не призрак, это пара ребят. Ребят? Их двое? Ну, точно не знаю, но думаю, что... Что вы сами видите? Ну... Вы... Взрываются ни с того, ни с сего. Один есть. Выходите, мы знаем, что вы здесь. Что это? Да начнется вечеринка. Отлично. Теперь надо отвлечь последнего. Не двигайся, я сейчас. Он один. Теперь пора разыграть карту «Перевернутый карманник». Эти дети со своими играми. Как будто у меня есть время на всякую ерунду. Джерри, небось, меня уже заждалась. Отлично. Так я окажусь прямо над ним. Чай, как я люблю. А я, как полный придурок, бегаю кругами за какими-то малолетними дебилами. Забрал. Ну что это? И как мне теперь отсюда выбраться? I just wanna tell you how I'm feeling. Черт, это в кабинете! Never gonna give you up, never gonna let you down. Ой, мне пора! Забрал? Надо бежать! Это не копы. Это отец. Я же сказал, как приеду домой, позвоню. Твоя мама. Что с ней? Питер, ты не мог бы подождать здесь? Что это? Я до сих пор верю, что наша презентация была лучшей. За 10 лет многое изменилось. Это чудо, что я до сих пор жив. Мне дали второй шанс. И я хочу им воспользоваться. Но я не справлюсь без тебя. Я даже не ожидал. Загляни завтра в лабораторию, посмотришь. Уже и лаборатория есть? Я покажу пару идей, и мы подробно все обсудим. Идет? Ладно. Пит, мы исцелим мир. Один на подходе. Докладывайте. Особняк и арена почти достроены. Разведчики вернулись. Песочный человек от нас ушел. Его уже не достать. Но значит, он не тот. Вас понял. Жду приказов, сэр.
Приготовьтесь к завтрашней операции. И не вздумайте меня подвести. Самому уже скучно. Привет, Майлз, ты занят? Я согласен на что угодно. Нужна твоя помощь, дело касается плаката. Хорошо, расскажешь по пути. Смотри так на меня, папа. Мне нужен перерыв. Ола, Миха, как там твое эссе? Ну, пишется. Но прямо сейчас я ухожу. Питу требуется помощь. Мы с ним... Мне лучше не знать подробностей. Не волнуйся, ма. Подожди, Майлз. Ты последние дни поздно приходил домой, задерживался на работе, и я задерживалась. Но я не работала. Да не смотри ты так, ничего не случилось. Просто я сходила на свидание. На несколько. А, ясно. Я тут познакомилась с одним мужчиной, и он мне, ну, понравился. Ма, к чему ты ведешь? Хочу его пригласить. На пастелон. Ну, у меня полно паучьих дел. Я не буду вам мешать. Нет, я хочу вас познакомить, чтобы ты узнал его. Но если тебя эта идея смущает, я не настаиваю. Ма, ты же сказала пастелон. Хорошо. Иди. Надо двигаться к плато. Может, эти трубы помогут мне ускориться? PlayStation.